Так, вот еще одна посылочка пришла. Автоматического полива. Вот что это такое. 4 штучки. Все вот это накручивается на бутылку. Показано. Делается небольшое отверстие. Вот. Делается небольшое отверстие на расстоянии 2 сантиметра и, соответственно, 3 сантиметра. Все, оттуда водичка начинает, все это дело втыкается в землю, оттуда начинает вытекать водичка потихонечку, постепенно. Соответственно, таким образом можешь забыть про полив цветов. Такого полива хватает, ну, я думаю, может хватить на неделю. Вещь на самом деле очень такая прикольная, потому что очень хорошо помогает тем людям, которые уезжают куда-то на долгое время и которым нет возможности там поручить кому-то полив цветов. Стоит вот такой набор примерно 80 рублей. То есть получается, что 20 рублей вот такой конус. На него можно накрутить 1,5 литра, вот там 2-литровую бутылку воды. Они, конечно, немножко подтекают на практике, просто я знаю. Для этого нужно немножко эту часть. Вот, как бы на практике вот эти части, вот эти непосредственно, вот, где она накручивается на бутылку, там надо промазать герметиком. Ее потом аккуратненько закрутить, и никакой течки не будет. Плюс, если использовать бутылку, допустим, ну, там, литровую или там 0,33, то и так никакой течки здесь не будет. Единственное, что при использовании больших бутылок, там, 2-2,5 литра, то вот, когда давление вот этого водяного столба как бы давит на этот конус, он же вытекает не очень сильно, да, там, по капельке фактически, то вот здесь как бы создается, ну, начинает немножко сочиться вот эта водичка. Для этого вот как бы используется герметик. Для остальных герметик потом совершенно спокойно откручивается, вот спокойно вынимается, то есть нет никаких проблем. Вот, соответственно, бутылок, которая меньшего размера, там, если 0,33, там, или литр, то этого делать, в общем-то, не надо. Значит, я говорю, по практике, вот через такие конуса можно совершенно спокойно где-то вот 2-литровая, 2,5-литровая бутылка через эти конуса вытекает где-то в течение, ну, от 2,5 недель до 3, может быть, даже до месяца. Все зависит от почвы, и где как бы находится непосредственно ваш, ну, цветок. Так что используйте, ссылочка, как всегда, под видео. Вещь очень прикольная, понятная, простая и, наверное, нужная в хозяйстве. Все, всем привет!